Так, всем доброго времени суток, на связи Ghost. В этом ролике мы попробуем с вами сравнить на цифрах Green и Black Gas. В подробности вдаваться о том, чем газ отличается, как газовая система работает, не будем. Это прекрасно сделал Евгеньевич из Red Army Airsoft. Поэтому постараемся сделать максимально короткий информативный ролик. Из испытуемых это у нас Beretta M9 от VE и HK416D от VFC. Хром будем проводить 0,2 шаром. Один магазин заправим только грином, другим Black газом. То же самое и на Beretta. Так, первая Beretta. Задержка почему-то не стала, ну давай. 82-84 метра в секунду. Следующая HK416 на грин-газе. Хрон иногда почему-то ХК-шку не хочет фиксировать, но парочку выстрелов, я думаю, залезет. В среднем 140-142. Так, Beretta на Black газе. В районе 100 метров в секунду. Так, ХК-416 с Black газом. Первые 167-164, ну а потом держалось в районе 160 метров в секунду. 158-160.